Всем привет, всем здравствуйте! Вы на канале «Все будет хорошо». И с вами я, Елизавета. Друзья, я сегодня решила пожарить печень вот по такому рецепту. Не знаю, вы готовили, нет. В общем, я ее на ночь замариновала содой. На килограмм печени я взяла чайную ложку соды. Чайная ложечка. Все перемешала и оставила ее на ночь. Вот. Сегодня я ее промыла водой, эту килограмм печени. И добавила чайную ложечку соли. Вот. Чайная ложечка сахара. Не бойтесь, это такой рецепт. И получается очень вкусно. Еще я добавляю 1 яйцо сюда на этот рецепт. 1 яйцо, 6-7 зубчиков чеснока. Выдавить через чеснодавку. Так, что еще? И все, наверное, перемешать. Больше, по-моему, там нет ничего. Все перемешать. Тоже дать постоять часочек, чтобы она все это пропиталась, печень. И затем ее обваливать в муке и жарить. Ну, кто в манке обваливает, жарит. Вот. И все это перемешиваем. Чайная ложечка соли, чайная ложечка сахара. Вот. Что потом получится, я вам покажу готовые блюда. Или как готовить буду. Вот. До встречи. Вот еще кто будет готовить. Вообще точный рецепт 2 чайные ложечки на килограмм печени сахара и 2 чайные ложечки соли. Я же добавила, ну, у меня здесь не полный килограмм печени. Я добавила по чайной ложечке соли и сахара. Вот. И пусть маринуется. Часочек помаринуется она. Ну вот, друзья, решила я вам показать, как я буду жарить печень. Наливаю масло. Печень хочу обваливать. В общем, вот печень. Что-то так показывает как-то. Хочу печень обваливать в муке и в манке. Здесь я варю картошку. Пюрешка будет у меня. Сначала я, наверное, пожарю в манке. Пожарю в маночке. Потом попробую с мукой. Так, ну что, приступим. Будем жарить. Берем. Я буду руками. В манке. В манке и на сковороду. Потом будем кушать, пробовать. Я всегда жарила на муке. Но один человек мне посоветовал попробовать сделать на манке. Обвали на манке. Я попробовала. Очень вкусно. И котлеты вкусно. В манке. И быстро. Мука, она как-то это прилипает.
А это все нормально. Вот так. Ну, я дальше не буду показывать. Это будет сковорода у меня с манкой. Обваляю ее в манке. Друзья, ну вот блюдо готово. Картофель с печенью. И это вот в манке. Сейчас попробую. Вкусно. Не вру. Это в муке обваливала. В муке мягче, но в манке вкус хрустящая такая корочка в манке, когда обваливаешь. В муке, ну, мягенькая почему-то печеночка получилась. Вот. Ну вот, рецепт я напишу под этим видео. Всем приятного аппетита, кто на меня смотрел. Если понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Вам не трудно, поставьте лайк, а мне приятно будет. Ну все, пока-пока.